Я бы на самом деле не советовал бы Чебурака трогать. У него блохи, если что. Ага. Если Катя узнает то, что ты ее Милку погладила, она тебе руку откусит. Поэтому не советую. Я бы не советовал к этой, к мертвой лошади приближаться. Она же мертвая, она не очень дружелюбная. Копытом по лбу может ударить. Я бы это, не советовал бы с ламами разговаривать. Они плеваться очень сильно любят. Один раз мне так в лицо харкнуло, я чуть не утонул. Аккуратней там. Ага, вот это. Пырики-пупырики, пырики-пупырики, пузырики-пузырики, вот это да. А ты в курсе, что это моя вот эта сауна-баня и Катина? Для других посетителей вход запрещен, а если хочешь купаться, 5000 рублей в минуту. А ну вылезай оттуда, давай быстро. Там кто в сундуках наших роется? Это наши вещи, а ну давай свалил оттуда к чертовой бабушке. Чужим вещам прикасаться нельзя. Хулиганы, хулиганы. Все, хватит по моему городу шляться. Наркоманы Петровичи, общий сбор в центре. Все сюда ко мне. Быстро, 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 быстро. На счет раз, два, три. Построились все в ряд. Стасик, Картофанка, Лера, колодец, 540, Мия, утка, Костя наркоманский, Карась и Шашлык. Я вас собрал сегодня здесь не просто так. Каждый раз, когда я захожу в Майнкрафт без Кати, это значит то, что мы сегодня будем заниматься только одним. Мы будем шалить. Но, к сожалению, не в этот раз. Потому что у нас на носу угроза. Прямо уже вот здесь. Скоро 8 марта. Вот. Поэтому я вас не зря сюда позвал. Катя же мне на 23 февраля подарила вот эту мертвую лошадь. Хоть даже учитывая то, что я не служил. И учитывая, что лошадь мертвая, подарок хороший. Поэтому я буду настоящий пописяка, если я не сделаю Кате подарок. И как раз таки в этом подарке нужны мне будете именно вот вы все. Да. Все за мной. Надеюсь, то, что вы сегодня мне сможете помочь. В этих сундуках куча ресурсов для того, чтобы вы все, всей компании, пока меня не будет в городе, построили в той стороне огромную Эйфелевую башню. Ну, то есть вас семеро. Вы просто берете, идете и строите Эйфелеву башню, пока я буду заниматься другими делами. Ресурсов у вас полно. Там на площадке, вот дальше там еще пару сундуков с камнем. Я просто все это до серии подготавливал кучу часов. Вся надежда только на вас. Я хочу Катю удивить, учитывая то, что мы недавно с ней были в Париже. Увидеть еще одну Эйфелеву башню в нашем городе, это просто... Обосраться и не встать, как я всегда говорю. Вот, 8 марта на носу, Кате нужно сделать подарок. Че стоите, пипуки, давайте быстро башню строить, пока я другими делами буду заниматься. Ресурсы все забирайте, давайте, текайте. Мия, ты командир. Указывай там всем, что строить. Карась, ты слишком медленный, давай быстрее. Так вот, 8 марта. Пока вот эта банда пипук помогает мне там построить Эйфелеву башню, я для Кати буду готовить второй подарок. Как мы все знаем, а если вдруг не знаем, каждый вторник, четверг и субботу в 7 вечера у меня стримы. На предыдущем стриме я отправился в Эндермир. Там, где вот эти корабли летающие, там, где можно добыть крылья и вот это все остальное. В сундуках я нашел 3 нереально крутых зачаренных предмета. Алмазный шлем на защиту, починку, прочность. Нагрудник на починку, защиту. И ботиночки на ледоход. Ну, их еще надо будет чем-то другим зачарить.
Учитывая то, что у меня неполноценный сет брони и не хватает еще труханов, у меня также не хватает книг зачарования, чтобы вот это все зачаровать прям по максимуму. Чтобы Катя обвизжалась от того, когда увидит, насколько крутой сет брони я ей подарил. Поэтому я воспользуюсь методом как раз таки моей подписчицы Стасика, которая сейчас находится на сервере. Я добуду нереально крутые вещи с помощью кафедры и нашей деревни, которая находится чуть-чуть дальше за океаном. Поэтому прямо туда мы сейчас и отправимся. Здорово, Игорь Калатий! Добрый вечер! Мне нужна жертва! Один молодой человек, который, наверное, где-то сейчас находится дома, без профессии. Как я знаю, в вашем городе мало кто любит нормально работать, да? Поэтому найти жителя без профессии будет проще простого. Я просто в гости, я ничего с ним делать не буду. Просто в гости. Ага. Да, отойди. Здравствуйте, молодой человек, здравствуйте, подъем ядрить колотить, а? Держите вам кафедру, вот это, учитесь, пожалуйста, ставайте профессором. О, какой молодец. А сейчас давайте посмотрим, что он продает. Книгу на удачу 1. На, естественно, то, что это фигня. Но как раз и сейчас мы воспользуемся тем самым способом. Опа, и он уже без профессии. Ставим обратно еще раз кафедру. Опа, и он опять библиотекарь. Смотрим, и он продает совершенно другие предметы. И вот таким, можно сказать, немножко читерным способом можно найти у него полезные предметы. Так, сила 1, я убираю еще раз кафедру. Он опять без профессии. Ставлю кафедру обратно, он опять с профессией. И сейчас он продает везучий рыбак 3. И сейчас я буду делать это до тех пор, пока у него не появится или починка, или прочность 3, или защита 3. Именно таким способом я приодену Катю в самые лучшие вещи, которые только существуют в Майнкрафте. Не прошло-то 2-3 минут, как я уже выбил у него починку. Чувак, стой здесь, никуда не уходи, я сейчас вернусь. Закрою тебя обратно. Сейчас мы у тебя скупим все починки, которые только у тебя есть. Опа! Вот как оно все работает. Учитесь, учитесь, пока я жив. Сам вот буквально час назад узнал этот читерский способ и первый раз его в жизни использовал, но учитесь. Учитесь. Так, сразу покупаю 2-3 починки. После этого можно еще попробовать выбить прочность 3. После этого я чарю всю броньку, собака. И Катя будет просто богиней Майнкрафта. А, кстати... А я могу туда к вам подойти, посмотреть, что вы уже успели построить, а? А, но я надеюсь, у вас там все хорошо. Очень сильно на это надеюсь. Потому что если нет, весь подарок пойдет коту под хвост. Так, забираем все книги, которые у меня есть. Забираем все изумруды, которые у меня есть. Я не шутил, когда я ему сказал, что сейчас я скуплю все починки, которые у него только есть. Да... Долетался. Значит, бежим обратно. Ты там не умер еще без еды-то, не? Жив-здоров? Ну вот и молоток. Так, починки все на бочку. Опачки, опачки. Починочка сюда. Так, починочка, починочка. Так, все, больше у меня изумрудов не хватает. Надо их еще будет надыбать. У меня в итоге 4 починки в инвентаре. Вот красавчик, мужик, красавчик. Я тебя здесь закрою до конца жизни. Стой, стоям, баста! Ну ты же не умрешь, да? Ну просто как бы на будущее там еще покупать вот это все. Ну, ладно, так, потопали обратно домой. Все, все, я все, пока. На, купи мороженку. Ну ладно, сам куплю. А, постоечка для брони. Она будет у нас стоять пока что вот здесь. Так, самое главное, что мне сейчас нужно зачаривать, а что нет. Алмазный шлем, здесь все необходимые зачарования есть, поэтому его мы трогать не будем. Алмазный нагрудник зачаруем на прочность 3. Опа! Опа!
минус 4 уровня. Будущее Кати, вы только посмотрите, как красиво она будет выглядеть. Правда, без трусов, но трусы мы сейчас крафтим. А вот ледоход и алмазные поножи прямо сейчас я зачарю как раз-таки на починку. К сожалению, больше защиты и больше прочности у меня нет, но обойдется, обойдется. И так и все свое добро отдаю. Потом вот как только получу книги, сразу же их зачарю. Вот так и вот так. Ой, что будет, когда я Кате сделаю подарок? Как же мать обрадуется, когда получит этот подарок на верхушке Эйфелевой башни? Романтично просто не могу! Я ей признаюсь, ну, в том, то, что она все же Катя Крафт, и в том, то, что она хорошая майнкрафтовская женщина, молодая девушка, и, в принципе, то, что она заслужила... В том, чтобы получить подарок от меня на верхушке. Я побоюсь сказать, что на верхушке Эйфелевой башни. А можно вопрос? Это Эйфелевая башня или огромный большой Дигидон? Башня это крест. Я как бы... Да, я Кате сделаю романтический подарок на 8 марта, но мне кажется, после того, как я затащу Катю на огромный большой башня, или все же Дигидон, мне кажется, она не очень хорошо меня поймет, как вы думаете? Она может немножко спутать огромную башню с огромным чем-то другим. И тогда мой намек очень плохо кто-то поймет. И тогда, после 8 марта, я все же стану холостяком. То чувство, когда меня Катя не бросала после 1000 троллингов, но бросит после того, как я попросил подписчиков построить огромную Эйфелеву башню. Они построили огромный большой монумент. Огромный большой монумент. Да, да, башня большая, очень большая, да. Япона, мама. Так, никуда не расходимся, я сейчас приду. Все стойте на месте, сейчас... Я вам сделаю небольшой подарок. Чебурак! Настало твое время. И твое тоже, баба Чебурака. Так, давайте, за мной, за мной, за мной! Так, все спуститесь, пожалуйста, сюда. Хочу вам спасибо сказать за этот огромный большой башня. Да. Так, Чебурак! Сюда, подойди. А кто был дизайнером? Кому в голову пришла идея построить вот такую, такой большой башню? А? Костина, Костя, 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 ага, Костя. А, ну я тебя поздравляю, ты тут самый большой дизайнер. Чебурак! Фас! Так, а кто помогал Косте строить собаки, пописяки? Фас! 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 Леру тоже фас! Всех вас! Перчик! В бой! Ударите Перчика и его бабу за баню! Прячешься-то! Прячь! Ну прячьтесь! Прячьтесь! Да прячь! Перчик, откуси одно место! Ядрёный случай! Ну что это? Это мне нужно разнести нафиг следующей серии выживания! Если Катя зайдет и увидит вот это, больше выживания, к сожалению, не будет. На. Так и проси подписчиков построить огромную башню. У вас в фантазии что-то не то! Вы, наверное, не на те картинки башни насмотрелись. Она совершенно не так выглядит. Я как человек, который на ней был, вот я знаю, как она выглядит. Это не выглядит как башня. Это выглядит как большой, огромный пердак, который мне будет после того, как Катя узнает, чем я здесь занимался. Спасибо! Это башня, башня, ага. Вы же понимаете, что его даже, ну, в смысле, ее даже с корабля видно, а?
Если бы этот дракон умел разговаривать, я уверен, что он бы прямо сейчас матерился и ой, как сильно.